Есть одна недокументированная возможность. Можно сделать батник и запускать вот эту команду WinLPT mask. Но она работает, не работает в старых версиях. А в версии 0.2.5 не работает, а в версии 0.2.9 работает. И можно очень легко ошибиться. Вот, например, заходим мы на официальный сайт программы. Сразу в глаза попадается вот скачать. По этой ссылке будет 0.2.5. А нужно скачать вот отсюда. Тогда будет версия 0.2.9. Если у вас уже установлено и вы не знаете, какая версия, можно правой кнопкой мыши на WinLPT свойства подробно, вот видите, 0.2.5 не подходит, не будет работать. Она вот так будет выполняться, вот содержание батника, включая один пин. Вот я запускаю. Вот она думает, файл скрипта я ей подсунул. Файл не найден. Вот так вот висит, и консоль висит, и программы не закрываются. Хотя вот, ну, включить все пины, выключить все пины, она работает. А вот версия 0.2.9. Вот, видите, да? В ней один пин уже работает. Вот я сделал такие два батника. Нолик. И единичка. Это я включаю настольную лампу. Ну вот и все.